называется «Холодное сердце». Ого, киндер-сюрпризы! Целая упаковка? Да. 36 штук? Да. Вот это у нас праздник сегодня. Я пойду наряжусь тоже кого-нибудь. Угу. Иди. Ждем. Скоро там червяк. Уже чуть-чуть еще. Костик. Лиза. О, червяк, ты Олаф. Да, я Олаф. Похож, да? Да. Круто, правда? Вот такой у меня костюм. Ну что, начинаем открывать игрушки? Да. Киндеры, погоди, давай посмотрим. Вот на коробочке нарисовано. Поверни сюда. Да, кто может попасться в этой коллекции? 2, 4, 6, 8 игрушек коллекционных. А также могут попасться неколлекционные игрушки. Всякие разные. Давай берем первую ячейку. 12 яиц. Так, вот ячейка. По 6 яиц. По 6 яиц, все правильно. Давай, ты бери 6, и я беру 6. Клади мне. Сейчас. Твои 6. И мои 6. Так, у нас будет конкурс. Кто быстрее? Да, первый конкурс. Кто быстрее, достанет капсулы. Подожди. Второй конкурс будет, кому больше достанется коллекционных оранжевых капсул. Здорово? Да. Начинаем, а потом уже кому, кто победит, тот будет первый открывать свои капсулы. Хорошо? Да. Начинаем. Раз, два, три. Ой, у меня скользкий рот. Помочь брать? Нет. Желтая. Дальше, дальше, давай. У меня тоже желтая. Оранжевая. У меня опять желтая. Желтая. Ну, что там будет? Кто попадется? Свен. Свен? Ух ты, олень! О, класс! У него рога отдельные. О, его надо собирать. Здорово! Коллекция такая же. Здорово! Давай вторую открывай. Кто же там? Кто же там будет? Сейчас, сначала. Ну-ка. А, Эльза. Эльза? Да. Ух ты, с плащом. Класс. Колдует, стоит. Это Свен. У него поворачивается голова. Это Эльза. О, класс, Эльза колдует. Да. Давай остальные открывать, будем вместе, давай. Да. Открывай свои желтые, я свои желтые. Хорошо. У меня браслетик. Собирай. Я сейчас весь в шоколаде испачкаюсь. Ой, мне попался какой-то зверек. Это лисичка. У тебя попалась лисичка. Я собрала. Как раз это для тебя подойдет, Олаф. У меня что-то тяжеленькое. И большое. Так, лев. Какая-то подставка. Я не смогу ничего делать! У меня один рот! Ёлки-палки! Это кто? Гусеница! Ух ты, класс! Гусеница, клади! Накидай! Так. Что тебе попалось? Какая-то заколка. Заколочка? Клади, открывай следующее. Пакетик. Тут один пакетик. Ой, у меня какие-то колечки. О! Печати, что ли? Это потом.
у тебя попалось? Какая ты смешная курица, посмотри! Она прыгает? Да. Не прыгает. Смотри! Ой, как-то вот так надо, пальцем. Упрыгнула в шоколад. Одним пальцем. Улетела. Ладно, давай дальше. У меня больше нету. Как, у тебя тут все? Да. Ой. Может, вот это твоя? Вот это? Какая? Вот это открывай, у меня еще одна. Все. Класс, прикольные лягушки. Еще нам попались браслетик, лисичка в дереве, прыгающий индюк, гусеница-фломастер. О. Еще попались два парных колечка. Вот такая рисовалка, как циркуль. О, фломастер. И вот такой экран со львом. Еще попались нам вот такие лягушки, кисточки, рисовалки с красками. Заколочка. Второй раунд. Раунд номер два. Достаем еще 12 яиц. Аккуратно. Давай. Положи. Раз. На старт. Внимание. Марш! Хитрушка, марш! Желтая. Оранжевая, ура, ура! Желтая. Еще! Не понял. Желтая. Нет, у меня первая желтая, вторая оранжевая. Желтая. Оранжевая. Оранжевая. Желтая. Не оранжевая. Желтая. Не оранжевая. Оранжевая. А у меня две. А, теперь я победила. Ура, я первая открываю. Ну, открывай. Все равно открою вот эту оранжевую. Я первый, погоди. Ты первый. Помоги мне сюда вот капсулы все вытащить. Шесть. Я начинаю первый. Давайте тоже доставай. Я первый. Открывай. Помочь? Нет. Ух ты, это этот мужик. Пацан, как его звали, я не помню. Как его звали, Лиза? Тристон. Тристон? Кристон. Кристон? Тристон? Тритон? Давай я помогу тебе. Да, собирай, собирай. Я пока вторую буду открывать. Хорошо. Давай. О, еще одна новая. Какая? Этот, каменный. Гоблин. Гоблин. О, мы с тобой собрали половину коллекции. 4 штуки. Так. Чего я сам сделаю? Давай, ты вот это делай. Хорошо. Да. Ой, это подвижная коллекция. Первая подвижная коллекция. Здорово. Да. Так. О, он может колоть лед, смотри. Класс. Нет, давай помогу. Неправильно как будто все сделала. О. Коллекционные. Коллекционные уже 4. Давай ты свою открывай коллекционную. Анна. Ух ты, класс. Маленькая она, да, девочка? Да, младшенькая. Здорово. Она катает снежный ком. Они, о, они делают меня, Олафа. Да. Ух ты, здорово. Это Кристон. У него двигаются руки. Это Анна. Это тролль. Уже 5! Еще 3 осталось. Давай теперь открывать неколлекционные. Давай. Киска! Ша... У меня то же самое. Ой, 2 киски. Повезло. Шапочка, повезло. Первый раз Лиза радуется повторной игрушке. Она так любит киса. Так, это на головку. Нет, это платьишко.
Давай дальше открывать. Ой. Гусеница. Пять. И у меня. Ты смотри, нас там одинаково попадается. Прикол, да? Боже мой. Ставим. Хоть бы цветом разные были, правда? Да. Киска опять. Белый? Да. Ой, смотри, что-то у меня спается. Цветок какой-то там. Здорово. Ой, это феечка. Цветочная феечка. Мяу, привет, сестры. Пока что открою еще одну. Ольца, как у тебя червяк? Так это сюда? Это сюда. О! Вот, смотри, какая милая девочка. А у меня вот. Ух ты, класс! Это точно, наверное, печать какая-то. Феечка. Давай дальше еще по одному. Ты не поверишь, что мне попалось. Что? Не могли, что ли, черную положить? Или нитую, или полосатую? Куда нам столько кошек? Четыре штуки! Все одинаковые! Одену ее. Ну хорошо, хоть они тебе нравятся. Я смотрю. Ой, еще кольцо. Ой, это двойное кольцо. Из двух половинок сердечка. Да. Класс. Так. Мяу-мяу-мяу-мяу. У меня уже над головой кружатся котята. Такие мяу-мяу-мяу-мяу. О, сердечко. Опять как печать. На этот раз нам попались вот такие 4 киски. В шапочке и в костюмчике, в платьишках. 2 гусенички. Фломастеры. Опять такие колечки. Еще новые колечки. Сердечки. И вот такая девочка-феечка. Цветочек. Третий раунд. Третий финишный раунд. Еще 12 яиц. Сразу давай по 6. И пусть нам повезет. Да. Все, чтобы попались кольцо. Да, еще 3 нам осталось собрать. И будет вообще супер-пупер. 2, а мне 1 вот оранжевый. Да ладно, пусть все тебе попадутся, лишь бы все были неповторные. Давай. Так? Начинаем? Да. На старт. Внимание. Марш! Оранжевая! Желтая! 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 Оранжевая! Желтая! 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 Оранжевая! Ты первый! Червяк. О, у меня что-то 3 оранжевых. Ну-ка, посмотри. Я не верю своим глазам. Раз. Вытаскивай. Да. Вот это, в середине. Да, три, да? У тебя 3. О, класс. Вытаскивай все. И эти желтые тоже вытаскивай. Я такой довольный. Такой радостный. Все? Еще одну. Открывай. Бездумничек. По 6. Попалась маленькая Эльза! Ура! Ура! Уже 6-я! Класс, да? Да! Мы прямо почти забираем! Ты не поверишь! Лиза! Ты не поверишь, говорю! Посмотри, что мне попалось! Взрослая Эльза! Еще одну свою. Давай. Что? Там я! Ура, все! Поверили! Ура! Вот это да! Супер! Ух ты, я тоже подвижный! Первый.
собрать. Я соберу сам. Давай, открывай. Кто у тебя там повторный? Ой, кашляет, он выздоравливает. О, Свен. Ну, два оленя будет, ладно. Ну, ладно, что ты? Есть у мальчик. Да, нет. Это оба мальчика. Это Анна. Катается на коньках. Это Олаф. Он подвижный. Это Манка Эльза. И повторный Свен. А это вся наша коллекция. Так, давай теперь будем остальные открывать. Если попадется опять кошка, я ее съем. Ну, котят не все бежит. Почему? Нет, мне попалась опять курица. Прыгающая, бешеная курица. Нет, это индюк. Я только сейчас увидела. Ну, покажи. У нее, видишь, вон, на носу. Это индюк. Тут есть корова, свинья, овца и индюк. У меня какое-то кольцо. У меня какой-то чемодан. У тебя тоже такая? О, у тебя такая же, только с другим цветом. У меня со львом. Это вот так стоит. А, все, я поняла, как присоединить. И что это делать? Крутить? Она не крутится. Ой, крутится, крутится. А, смотри, это можно рисовать. Вот это вот по этой штуке води. Это экран для рисования. А у тебя что попалось? У меня какое-то кольцо. Кольцо? Ладно, давай следующий. Я думала, что это такое за игрушка? У меня опять кошечка! Да что ж такое? Кошечка. Ну хорошо, хоть кошечки попадаются, они хорошие. Пять кошек. Белых. Да, кошачья коллекция-то хорошая, там тоже много котят. Жалко, что все белые. Да. А мне попалась пчела. Прыгающая. Пороженка. Не знаю. Нет, она не прыгающая. Просто пчела из серии гусениц. Короче, сейчас начинаем показывать всю нашу коллекцию 36-штучную. 36-киндерную. Лиза! Что ты такая серьезная со своими кошками? Ты что, еще не все открыла? А это что? Какая штука смешная! Нет, там еще красненькая. Вон. Это браслет? Да. Я думаю, какая-то тянучка. Это бабочка как будто, да? Да, это бабочка. Ой. Ух ты, классно. Лиза, я не верю своим глазам. Мы собрали всю коллекцию. Мы первый раз купили пачку целую, 36 киндеров. И мы ее собрали. Да! Вот это супер! Класс! Мы от радости с тобой забыли открыть еще две капсулы. Давай тебе одну. Давай мне одну. И мне. И тебе. Только не киска. У меня носорог. Ух ты, еще один этот планшетик для рисования. Опа. А тебя тут... Я сам. Делай свой планшетик. Хорошо. Сам. Не буду я ее смотреть. Не хочу. Гусеница. Опять гусеница фломастер. Четвертая. Но все равно котята победили, их пять. В этот раз нам попался вот такой браслетик. Тянучка. Пчелка, штампик. И вот такое колечко. Его еще можно носить как кулончик. Вот тут дырочка. Опять повторная киска. Индюк и гусеница. А еще попались вот такие классные. Прикольные, оказывается, это оказались штуки. Здесь носорог, тут слон. Это такой планшетик для рисования. Вот тут поворачивается. И рисуется. Вот так вот можно рисовать. А потом сзади вот тут поворачивается. Хоп. Вот сколько у нас всего игрушек. 36. Если еще считать все колечки, которых по две штуки, вообще много. Ну-ка, Лизонька, покажись. Покажи все браслеты, кольца. Еще на голове у тебя. Нет, с другой стороны. Вот бабочка, заколка. Она тебе прям подходит. К цвету? Да, к твоему плащику. Здорово, правда? Да. Пять кошек, ё-моё! Пять кошек! У нас и так котят навалом!
Ребята, напишите нам в комментариях, понравилась ли вам наша распаковка. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока. We'll be right back.